Добрый день, уважаемые коллеги! Приветствую всех, кто сегодня с нами на сегодняшней встрече. И сегодня мы с вами поговорим о ББК. Да, название такое несколько «Товарищ Нет, человек и пароход», да, у нас ББК – эталон и каталог. Начнем мы с электронного эталона, вообще с того, что такое ББК. Ну, напоминаю, что наш цикл идет как библиография для небиографов, поэтому мы рассматриваем сложные вопросы на самом простом уровне. Посмотрим, как пользоваться эталоном ББК, что там есть полезного, какие есть маленькие хитрости и помощники. И потом посмотрим, как осуществлять поиск по каталогу ББК на примере каталога университетской библиотеки онлайн. Ну, такой у нас сегодня с вами план. Ну и, конечно же, примеры, индексирование, это все мы тоже с вами разберем. Ну вот, собственно, это и есть наши три больших вопроса. Немножко про ББК. Как индексировать с помощью электронного эталона ББК, как читать коды, индексы ББК, да, и как искать с помощью каталога. И начнем мы с самого начала, самого простого и, наверное, самого сложного. Вообще история ББК, она неразрывно связана, если говорим о библиотечной классификации, вообще любой классификации, она неразрывно связана в библиотечном деле с историей систематических каталогов. Но если так немножечко отойдем от темы классификации в сторону каталогов, в любой библиотеке есть, как правило, не один каталог. Есть самые основные каталоги, это какие? Алфавитные и систематические. Алфавитный помогает нам искать литературу, если мы знаем автора и заглавие, или заглавие, ну, коллективная монография, там автор. Их много, конкретно кого-то указать достаточно сложно, да, но и по правилам описания книга ставится под основным заглавием. Ну, для этого нам нужно знать самое основное – автора и заглавие, или, если автора нет, то заглавие. И тогда мы в алфавитном каталоге совершенно спокойно можем найти. То же самое в электронном каталоге. Набрали в поисковую строку название, и вот он нам показал. А если, ну, другая ситуация у нас может быть. А если мы не знаем автора и заглавия, но мы знаем, по какой теме была написана книга. Или наиболее частый случай, когда мы обращаемся к совершенно другому каталогу, систематическому. Когда мы подбираем литературу по теме. Мне нужна литература, ну, найдите источники по теме моей статьи, диплома, курсовой, диссертации и так далее. Если мы наберем просто название нашей темы, что, кстати, почему-то до сих пор еще делают не только студенты, и вот я название своей статьи или название своей курсовой, бабах, туда же, ну, по автору и названию книги же искала, ну, а что так-то не найти? Да? И набираю туда, найди мне все по этой теме. Он говорит, нет такой литературы. Ну, как это нет? Она есть. Просто мы сформулировали запрос некорректно. Да? Мы не знаем, где искать. И вот, с одной стороны, систематический каталог как раз помог бы нам в этом вопросе, если мы правильно им умеем пользоваться. И для этого нужно знать, а как там все устроено внутри. А систематический каталог устроен на какой-либо классификационной системе. По какой-то, как-то там эти книги зашифрованы, они стоят, да, вот по шифрам, по индексам. И каждый раздел, он имеет вот такой свой индекс, по которому книжки туда и ставятся. Все эти индексы как раз прописаны в библиотечной библиографической классификации. Вот для этого как раз классификация и нужна. Если мы говорим, с одной стороны, чтобы свою книгу отнести в нужный раздел и правильно ее проиндексировать, что от нас очень часто просят в издательствах, проиндексируйте самостоятельно свою статью. Проверить индекс, когда нам там кто-то что-то в издательстве проиндексировал, говорит, а, ну мы лучше знаем, куда вашу статью, не парьтесь. Да? Уважаемый автор, мы сами поставим вашу книжку куда надо. Проверьте. Иначе ваша книжка по компьютерным технологиям может случайно оказаться в разделе «Пчеловодство». Смех смехом, но это реальный случай, такое,
такое было. Не злого умысла ради, по недосмотру, много литературы идет, какой-то сбой произошел, ошибка, все что угодно могло произойти, человеческий фактор никто тоже не отменял. И бах, вот тебе результат. Да? Автор не проверил, а потом библиотекари мучаются, переиндексируют, чтобы поставить эту книжку правильно в нужный раздел. А это вопрос очень такой непростой, не очень простой, несложный, но непростой. Поэтому лучше, конечно, бы избежать этой неприятности уже в самом начале. Поэтому вот для нас с этой точки зрения ББК тоже нужно знать. И история ББК, она связана с историей систематических каталогов. Они не сразу появились. Вообще очень долгое время систематических каталогов не было вообще. И было очень трудно найти что-либо в библиотеке. Часы, дни и недели приходилось проводить там. Из истории систематических каталогов долго останавливаться не будем. Просто посмотрите, кого интересует этот вопрос. Очень интересно, какие системы были в 19 веке. Они в конце 19-го, начале 20 века начали появляться первые систематические каталоги. И вот здесь я вам написала, какие библиотеки их начали первыми использовать. Но беда была в том, что каждый разработчик этой системы классификации, он исходил из каких-то своих представлений. Не было единой системы. Да, в одной библиотеке по одному принципу, в другой по другому, в третьей. Вообще просто взяли классификацию наук и все. Да, они тесно связаны. И ББК настроится на классификации наук. Но с учетом особенностей именно библиотечной, книжного дела, книгоиздательского, библиотечного, библиографического. Поэтому вот эти нюансы, они тоже учитываются. А тогда нет, тогда не учитывались. И поэтому было сложно читателям в первую очередь. Только вы привыкли к одному систематическому каталогу там, в Казанском университете, перевелись в московский, и бах, а там все совсем по-другому. И найти ничего невозможно. И вот в 20-е годы как раз и началась такая активная, очень активная. Она и до этого велась, но усиленно. Да? Пятилетку в 3 года. Работа над созданием своей национальной системы классификации. Ну, конечно, это было связано с изменением политического строя и общественного строя в России. И вопросы идеологизации, конечно же, стояли тоже во главе угла. Надо было что-то противопоставить буржуазной идеологии. Да? И ну, так как ничего другого не было, а была система универсальной десятичной классификации, то в 20-е годы, в общем-то, сначала вот декретом решили использовать ее. Нужно было как-то централизовывать вопрос систематизации фондов, управления фондами, сохранностью библиотек. Ну, вот поэтому вот остановились на этом. Ну, это тоже как-то показалось неправильно, да? Буржуазная все-таки классификация нам нужна, это своя. И в 30-е годы этот вопрос очень сильно дискутировался, поднимался, разрабатывался. В 36-м году появились первые таблицы Троповского, по которым начали работу в этом направлении. Вообще есть очень интересный сборник документов и статей 30-х годов из истории ББК в 30-е годы. И вот там собрано очень много интересных материалов как раз по этой теме. Так что, если кому будет интересно, вы мне посигнальте в нашей группе «Библиография для небиблиографов». Я вам тогда просто ссылочку скину, где это можно будет посмотреть. И, ну, понятно, война, конечно. И только в 60-е годы появился вот ББК в том виде, в котором мы ее знаем. Ну, конечно же, не совсем в таком. Работа по его совершенствованию шла, идет, и модернизация еще будет продолжаться. Ну вот из последних событий, буквально на прошлой неделе прошло всероссийское совещание в РГБ по вопросам модернизации средних таблиц ББК. Это издание уже завершено. Ну, работа все равно продолжается, с электронным эталоном в том числе. Еще осталось много чего поправить, улучшить. Вот тоже, если кого интересует этот вопрос, вы мне напишите, я вам ссылочку дам. Это в записях есть, можно также в ВК посмотреть, ВКонтакте.
Все записи выступлений, докладов этого совещания. Очень интересные были вопросы. Ну и ГОСТ, конечно же, по индексированию документов у нас есть, но мы на нем подробно останавливаться не будем. Он, и разбирать тоже он маленький, всего там 2-3 страницы, он как раз про общие подходы к предметизации, систематизации. Это скорее для специалистов, для библиотекарей, каталогизаторов, систематизаторов, это вот туда. Для небиблиографов, ну, можно посмотреть, но это не тот ГОСТ, как по ссылкам или библиографическим описаниям, который у нас должен быть с вами на столе. У нас с вами должно быть немножечко другое понимание о том, что это за классификация и как этим пользоваться. Вот мы к этому сейчас с вами идем. Ну и вот по времени возникновения наша ББК, она одна из самых молодых, но одна из самых интересных, наверное, систем, потому что в ней очень много возможностей комбинировать, знаете, как коробочка с пазлами, из которых можно собирать картины в зависимости от того, что нам нужно получить. Исходя из содержания книги, вот здесь больше, много возможностей скрывается за счет использования цифр и букв. Индексы у нас цифробуквенные. Да? На первом месте цифры и используются еще буквы. Ну и вообще она, да, признана международным сообществом, ну, как одна из таких достаточно полных и интересных классификаций. А для чего она нужна? Ну, для организации, как мы уже сказали, фондов и каталогов, чтобы ими удобно было пользоваться. И задача, которую она должна решать, это помогать читателям получить доступ к источникам информации. И самое главное, вот скрыто как раз вот здесь, раскрыв содержание и представив их в виде системы. То есть вот этот индекс, это не просто набор каких-то цифрок. Каждая цифрка несет в себе свой смысл. И каждая цифрка или набор цифрок, да, они и буквок, они раскрывают содержание книги. Вот смотрите, если мы делаем библиографическое описание, то мы в основном опираемся на форму. Да? Про содержание там чуть-чуть. Ну, вид издания мы можем указать, жанр, да. А вот содержание раскрывается как раз за счет вот этой самой индексов библиотечно-библиографической классификации. То есть даже не имея библиографического описания перед глазами, но прочитав этот индекс, мы можем понять, о чем эта книга. Или какие книги скрываются за этим индексом. Ну, если, конечно, они были правильно проиндексированы и стоят на своем месте. Мы понимаем, что за содержание скрывается там внутри. Это, знаете, как шифровка Алекс Юстасу, да? Набор цифр. Если мы не знатоки криптографии, нам это ни о чем ничего не скажет, ни о чем. Но если у нас есть шифроблокнот, и мы по нему можем расшифровать, раскрыть этот шифр, мы получаем очень важные данные. Там целая история может раскрыться. Словами это будет много чего написано. Вот ровно так же и здесь, в этих индексах, скрывается информация о всей книге. Вот все содержание, весь текст книги, он сжат до вот этого вот индекса. И тогда библиотечно-библиографическая классификация в виде таблиц является таким вот шифроблокнотом, с помощью которого мы можем и расшифровать, и зашифровать, развернуть информацию и, наоборот, свернуть ее, в зависимости от того, что для нас требуется. И для поиска понять, а что за литература скрывается за этим разделом. Но для этого нужно уметь пользоваться этим шифроблокнотом, что мы сегодня с вами и сделаем. Коллеги, я вижу, кто-то поднял ручки. В эфир у нас только спикеры-модераторы выходят. Поэтому, если хотите что-то спросить или сказать, вы пишите, пожалуйста, в чат. У нас есть чат общий вот здесь. И наверху, если мышкой по экрану подведите, у меня над головой есть такой значок выноска со знаком вопроса. Можно туда писать. Либо сюда, либо туда. Я увижу и тогда отвечу. Хорошо? Ну, может быть, просто случайно не туда нажали. Тоже бывает, это не страшно. Ну вот, вернемся назад. Пока мы отвлекались, вы, наверное, уже успели
прочитать то, о чем мы говорили, такое краткое резюме, зачем ББК не библиографу. Самостоятельно уметь проиндексировать и не падать в обморок, когда нам в издательстве говорят, проиндексируйте свою статью по ББК. Согласовать правильность составленного профессионалами индекса. Вот это тоже очень важно. Понять, а куда вашу книжку определили, куда вашу статью определили. А будут ли там искать вашу книгу или статью ваши потенциальные читатели? Но ведь каждый автор в этом заинтересован, чтобы я пишу книгу не просто для галочки, хотя так тоже бывает, да? Но меня все-таки интересует, чтобы ее прочитали, даже если для галочки, процитировали преподавателям, это очень важно, индекс Хирша, цитируемость, да, прочие метрики. А как я могу процитировать книгу по компьютерным технологиям, если она стоит в разделе пчеловодства? Мне в голову не придет туда залезть. Да? А не всегда в библиотеках переиндексируют. Иногда просто смотрят, что пришло из издательства, и туда же, не глядя, ставят. Редкий случай, но бывает. Либо увеличивается время на обработку литературы, когда она еще туда попадет в нужный раздел, просто потому что там неправильно индекс проставлен. Ну, говорят, что самого страшного произойдет? Ну, самое страшное, книжка будет стоять и пылиться, читатели, которые могли бы ее прочитать, ее не находят. В результате для книжки наступает самое страшное. Ее списывают в ходе очередной инвентаризации, как не пользующиеся спросом. В издательстве могут сказать, а вашу книжку никто не читает, вон в библиотеке взяли, а не пошла, да? Плохо написал. Да написал-то хорошо, стоит не там. Вот. Ну и финансовый вопрос, конечно, если не читают, не смотрят, в электронных библиотечных системах за просмотр книг тоже могут идти там какие-то выплаты автору, авторские небольшие, но все-таки. Или по роялти книжку поставили не в тот раздел в книжном магазине, и все. Ну вот, имейте в виду, да, что лучше, конечно, с издательством договориться, что когда они ее проиндексируют, они вам эти индексы покажут, а вы их уже сами посмотрите, согласны вы с этим или нет. Может быть, они не отразили какой-то аспект. Ну вот как, например, книга касается вопросов экономики, управления, менеджмента, а проиндексировали ее как книгу по вопросам высшего образования. Ну, там этого близко не было. Совсем не про то. Ну, вот как-то вот так. Пришлось ее переиндексировать и говорить, нет, давайте вот тот индекс поставим. И, конечно же, уметь ориентироваться в систематическом каталоге, который использует ББК, а это большинство. Вот для этого нам как раз и нужно эти знания. Где найти это самое ББК? Есть электронный эталон ББК в Российской государственной библиотеке. Вот очень хорошо, нам теперь можно не пользоваться, не искать печатные издания, а можно открыть и посмотреть. Вот эта вот ссылка на электронный эталон, если вдруг у кого-то нет, прям берите себе на вооружение. Все в электронном виде, не выходя из дома, мы можем с ББК поработать. Но здесь тоже не все так просто. Шифроблокнот-то есть, но он для разных задач, для разных целей разный. И когда вам говорят, проиндексируйте по ББК, либо внимательно читайте требования на сайтах издательств, это чаще всего пишется, указывается. Если не указано, не постесняйтесь, задайте вопрос, а по каким таблицам? Ну, вот два варианта, которые чаще всего встречаются. Либо так и пишут, по средним таблицам, либо таблицы для массовых библиотек. Вот здесь вот стоп. Это сокращенные таблицы ББК. Таблицы для массовых библиотек, вот такая вот формулировка, последний раз создавались, дай бог памяти, в 1997 году. Все, после этого перешли на сокращенные таблицы ББК. Если вы начнете искать где-то в интернете таблицы для массовых библиотек, вы найдете вот то старое. Все уже исправлено, актуализировано, какие-то разделы ушли, какие-то добавились. Все изменилось. Вот задайте вопрос, да, в издательство. А что, по тому старому 97-го года есть новые
можно ли пользоваться электронным эталоном, да, уточнить. Ну и издательством, конечно, большая просьба вот с этой формулировкой разобраться, потому что вот это уже немножечко не то. Да, не то, что нужно авторам. Либо средние таблицы, либо сокращенные таблицы. Ну, из названия мы уже понимаем, что сокращенные – это совсем что-то коротенькое, а средние – это, наверное, что-то побольше. Действительно так, сокращенные таблицы – это где-то примерно 1/3 индексов от средних таблиц. Ну, примерно, плюс-минус. Нет такой глубины детализации, глубины каталогизации, как говорят, да, детализации. То есть вот большой индекс, может быть, чуть поменьше, а вот совсем-совсем каких-то конкретных, таких длинных индексов здесь, конечно, не будет. Ну, то есть это более упрощенный вариант. Да? Но раз есть средние сокращенные, то, конечно, должны быть какие-то большие. Да, есть такие полные таблицы. Но полные таблицы издавались еще раньше. По-моему, один раз только выходили, и все. Не все библиотеки, небольшая часть только пользуются полными таблицами. В основном это научные библиотеки, какие-то крупные центры. Самые основные ходовые, скажем так, таблицы – это средние и сокращенные. Вот вместо варианта для массовых библиотек используются сокращенные. Но самый ходовой вариант – это все-таки средние таблицы. Здесь достаточно это глубина каталогизации, раскрытие содержания, и за счет их такого большего наполнения мы более полно можем раскрыть содержание нашей книги. Какие-то аспекты, которые в сокращенной таблице нет, ну, экономика, и все. А у нас нет, у нас там определенное там, внутрифирменное управление качеством. Надо как-то это отразить в книге. Вот это мы как раз с помощью средних таблиц можем сделать. Поэтому вот эти вот две вещи, на которые обращаем внимание, и сегодня мы про средние таблицы как раз и поговорим. Да, они вышли, если здесь один том, здесь 10 выпусков, 10 больших таких томов со своими табличками, пояснениями. Все это есть в электронном эталоне ББК на сайте РГБ. Российской государственной библиотеки, поэтому им спокойно можно пользоваться. Он актуализируется, вносятся изменения, ну, по возможности оперативно, потому что объем очень большой, а рук, как всегда, мало. Поэтому вот электронным эталоном средних таблиц пользоваться можно. Ну и вы видите, что делятся еще на универсальные и отраслевые. Ну, отраслевые – это по какой-то конкретной отрасли. Например, отраслевое издание – отраслевая библиотека там, по сельскохозяйственным наукам, где собирается узкоспециализированная литература, вот там может быть своя систематизация, то есть своими рабочими таблицами пользуются. Там не будет вообще всего, там будет только все, что по сельскому хозяйству. Да, это вот глубоко такое детализированное, глубоко конкретизированное. Таблицы, ну, мы с ними, как правило, не сталкиваемся. Мы сталкиваемся с вами вот с этим чаще всего вариантом. И какую бы из этих таблиц мы ни взяли, структуру ББК, ну, на примере средних таблиц и рассмотрим. Она состоит из вот этих основных разделов. Ну, прям электронный каталог из этих разделов состоит, и на главной странице мы их как раз сразу и увидим. Основные таблицы, вспомогательные, такие вспомогалки, методические указания, текстовые, текст на сайте, текстовое описание, как индексировать, как, в каком случае поступать. Волшебник АПУ. Почему волшебник? Потому что когда мы чего-то не знаем, как и где найти, мы идем сюда. Да, и он как по мановению волшебной мышки нам сразу выдает ответ. Алфавитно-предметный указатель. И раздел «Поиск». Вот когда АПУ не работал, было при переходе с одних серверов на другие, переносилась информация, и был период, когда АПУ просто одно время был недоступен. Можно было пользоваться вот этим разделом «Поиска». Он немножко посложнее. Для небиблиографов нам достаточно вот АПУ. Вот это основные элементы, из которых строится структура вот этой самой классификации. Что внутри? Основные таблицы.
Основные таблицы, или их называют еще первый ряд. Это первые цифры, которые стоят, мы читаем слева направо, как всегда индекс, которые идут как раз вот слева направо. Первые цифры до точки. Они скрываются вот здесь, в основных таблицах, в разделы, подразделы. И первое, что мы определяем, когда работаем с ВБК, по какому основному разделу, основному отделу относится наша тема, вопрос, наша книга или статья. Вот в таком виде они существуют. 6, 8 – это значит 6, 7 и 8. Это три отдела, которые посвящены общественным и гуманитарным наукам. Ну, в первом отделе собираются научные дисциплины, различные исследования, которые находятся на стыке наук или несколько наук вот в этом принимают участие. Естественные, социальные, технические, гуманитарные. Вот это сюда. Раньше это был как раз идеологический раздел, но впоследствии он вот превратился в был трансформирован в междисциплинарное знание. Естественные науки – это все, что касается четырех таких больших компонентов. Это физико-математические науки, химия, биология и науки о Земле. Вот науки о Земле – это наша геофизика, география и прочее. Третий раздел – технико-технические науки. Производство относится сюда же. И внутри – они как раз по отраслям производства и сгруппированы. Там строительство, транспорт, промышленность. А если мы раскроем раздел промышленность, там будет тяжелое, машиностроение, легкое и так далее. Вот вам уже пошло деление, конкретизация. Сельское хозяйство. Вот сюда, ну, понятно, растениеводство, животноводство, но еще всякое охота, рыбное хозяйство, растения, ветеринария, ну вот все там сюда, там, защита растений, агрокультура и прочее, оно сюда как раз тоже относится. И здравоохранение, медицина. Все, что касается вопросов медицины, здравоохранения, все относится в этот ряд. И профилактика, и лечение, и различные гигиенические мероприятия, это все в этом разделе. А вот следующий раздел здесь, сюда относится, в шестой раздел, это социальные науки, экономика, политика, право, военное дело. Вот все, что относится к шестерке. Седьмой раздел близкий нам, культура, наука, просвещение. Это литература по вопросам культуры, науки, образования. Физическая культура и спорт тоже сюда же. Книжное дело, культурно-досуговые учреждения, библиотеки, архивы, музеи, средства массовой информации. Это все в седьмой раздел. Художественное творчество. Литература, искусство. Это вот все отдел восьмой, восьмерочки. Искусство, искусствознание и... 86-й раздел – это религия. А вот она тоже сюда относится. А 87-й – это философия. Они восьмерки. Психология – 88-й раздел. Тоже сюда же. И 9-й – литература универсального содержания. Это различные справочники, сборники универсального характера, популярные издания, библиографические издания тоже относятся сюда же. Вот вкратце самое основное, что где искать. Поэтому, когда нам нужно что-то проиндексировать, мы сразу... Знаете, ББК очень хорошая штука, которая формирует системность мышления. Увидеть целое, его части, взаимосвязи между различными направлениями науки или наук. Не находится ли наше исследование на стыке нескольких дисциплин или применение наработок, там, методик одного направления науки или там, дисциплины в другой,
вот понять, что где находится. Вечный вопрос, предмет, объект, вот то, с чем мучаются, как правило, и наши выпускники, студенты, бакалавры, специалитет, да, и магистры, и аспиранты. Вот, кстати, это хорошая тренировка. Поработать над индексами с помощью ББК очень хорошо тренирует вот это умение понять, да, что к чему относится, что в чем, что больше, что меньше, где полянка, на которой мы проводим исследования, а где сам предмет, который мы исследуем на этой полянке. Вот что больше, что меньше, что к чему относится. А это влияет на то, как будет построен наш индекс. Есть ли тут какая-то взаимосвязь? Вот это вот хорошая тренировка. Ну, это так, на заметку преподавателям, научным руководителям, кто работает на магистратуре или в аспирантуре, вот как раз по проведению научных исследований и так далее. Вот вам хорошая площадка для тренировки. Вот так выглядит структура, которую мы сейчас с вами посмотрели в электронном эталоне ББК. Вот они, основные наши таблицы, которые мы посмотрели, основные отделы, первый ряд, да, самый основной. Первая циферка в индексе – это как раз вот обозначение, какому отделу, в принципе, относится наша работа. К естественным наукам или к здравоохранению, или к экономике, или культуре. Поэтому, если у вас статья по экономики, а вы видите, что ваш индекс начинается с цифры 2, дальше уже можете не читать. Сразу задавайте вопрос тому, кто индексировал, а почему? Да, как я же писал про управление, а почему, откуда здесь естественные науки? Видимо, где-то произошла ошибка или какую-то циферку забыли дописать вначале. Должно начинаться всегда вот с нужной цифры. И дальше внизу идет таблицы вспомогалки. Они еще называются, ну так и называются, вспомогательные таблицы или таблицы типовых делений общего применения. Но это очень страшно звучит, а таблица-помогалка это как-то, или вспомогалка, да, это как-то попроще, легче воспринимается. Они нескольких видов, вот эти страшные обозначения. Ну, это сокращение от их полных названий, поэтому ничего страшного здесь нет. А даже по названию уже можно понять, что в этой таблице скрывается. Это помощники, которые мы добавляем к основному индексу, который мы берем вот из этих таблиц, чтобы конкретизировать, да, более полно раскрыть наше содержание. Территориальные типовые деления – это место. Если нужно нам указать, например, история у истории свое, забыли про историю, географические какие-то исследования, связанные на территории России. Да? Нам нужно указать, что это на России. Или книжка по краеведению Йошкар-Олы. Да, краеведение Йошкар-Олы. Нам нужно это как-то указать, что это именно Йошкар-Ола, а не просто книжка по краеведению. Вот тогда нам нужно указать место. Вот это место, территориальное типовое деление. Мы открываем эту табличку и оттуда берем прям код, который это место обозначает. Этнические типовые деления – это народы. Типовые деления социальных систем – очень короткая табличка. Там всего три деления – развивающиеся, социалистические и капиталистические, да, уклады. Редко используются, но тем не менее. И языковые типовые деления – это язык. Это народ, а это язык. И общие типовые деления – это всякая всячина. Если нам нужно указать, что это учебник, например, или это библиографическое пособие, или библиографический ресурс, нужно добавить к индексу обязательно указание, что это не просто книжка по этой теме, да, по соответствующей, а это именно учебник. Не просто учебник, а может быть даже учебник там, для средней школы и для высшего образования, для вуза. К месту это имеет какое-то отношение, то, что нам нужно указать? Нет. Значит, мы эту таблицу не трогаем. Это народ? Нет. Это не социальная система явно, язык? Нет. Значит, остается только одна таблица, которая называется «Общие типовые деления».
Там много всего, и различные методы исследования, и много-много-много чего еще. Значит, мы ее открываем и смотрим, где там, что у нас скрывается этот самый индекс. Вот по этой табличке ищем. Это вот первое, как ориентироваться в эталоне ВБК и что, откуда мы берем. Сам индекс из основных таблиц, а вот это то, что помогает, мы добавляем их к основному индексу. Ну и сразу давайте посмотрим, как это в деле работает. Наверное, так лучше, да? Вот у нас есть книжка. Кстати, когда мы индексируем, нам мало автора заглавия. Вот этого библиографического описания нам мало. По нему мы тоже можем, конечно, но нам нужно уточнить ряд вопросов. Поэтому, когда мы индексируем, нам нужен полный текст, в крайнем случае аннотация. Аннотация, библиографическое описание. Вот исходя из этого, мы можем уже простроить индекс. Но аннотация должна быть написана грамотно, так чтобы нам могла ответить на все наши вопросы. Если нет, тогда приходится иногда и саму книгу, саму статью полистать, почитать, чтобы понять, увидеть, да, какие там есть особенности. Оглавление, содержание, да, тоже нам важно. Тоже нужно, чтобы было под рукой. Ну вот, исходя из аннотации, вот представим, что, кстати, не всегда в тех же ЭБС, когда выкладывают книги в библиотеку, в электронную, у сотрудников может быть только аннотация и библиографическое описание. Исходя из этого, они уже представляют индексы. Поэтому тоже авторам на заметку, если вы сами индексируете свое произведение в издательство или вам индексируют, обязательно попросить, чтобы вам прислали, и вам нужно посмотреть, да, тут ли индекс будет стоять у вас на книжке, чтобы не было потом недоразумений. И вот, исходя из аннотации и из самого названия, мы уже понимаем, что это что-то про путешествие. Это что-то про открытие. Вот мы ее почитали, да, она для такая детская, для там, среднего возраста. Мир приключений. Вот, кстати, здесь важная информация. Великие первооткрыватели. Какие? От Александра Македонского до Юрия Гагарина. То есть охватывает весь период истории практически. Да? Нет, хотя здесь указано. Эпоха великих географических открытий. Путешественники начала торговли между Англией и Россией. И мы видим, что здесь разные периоды, здесь нет определенного какого-то периода. Скорее всего, это книжка про путешествия, что-то история, география, вот с этим связанное. Да? Но больше, наверное, про географию. География – это у нас что? Это естественные науки. Это науки о Земле. Да? Идем в каталог. Вот мы уже с вами половину работы сделали. Трудность работы с ББК даже не в том, чтобы найти подходящий индекс, а в том, чтобы поработать головой, да, понять, куда это может относиться. И вот мы идем. Естественные науки нашли. Нажимаем по плюсику, у нас открываются подразделы. Если стоит плюсик, значит, можно открыть, и там дальше будет детализация. Смотрим. Естественные науки в целом, физика, химия. Вот, науки о Земле. Нажимаем плюсик, у нас открывается. Земля в целом, геодезия, геофизика, геология. Вот, географические науки. Вот мы нашли. География. И вот он, очень хорошо, когда, особенно на первых порах или редко с этим имеете дело, вот этот ход наших изысканий мы с вами вот в таком виде записали. Да, как мы пришли к этому индексу? Да вот он. И кратко поясняем, вот он наш ход, да, как мы этот индекс нашли. 26.8. В принципе, этого достаточно, но никогда не останавливайтесь. Особенно, если около этого раздела стоит знак плюсик. И он здесь стоит. Вот мы по нему нажимаем. Да, вот он где у нас. Вот, географические науки. Мы по нему нажали 26.8. И у нас, оказывается, здесь еще много чего интересного есть. Идем вниз. Мы помним, что у нас книжка и про географию, и про историю. И смотрите, вот, прям вот ровно то, что нам с вами надо. То, про что наша книжка. Вот оно, содержание книги-то.
История географии и географических открытий. Оказывается, есть этот индекс. Вот он здесь прописан. И мы, не думая дальше, чего, как он сформировался, его отсюда берем и добавляем. Но стоп. Помните, мы когда аннотацию читали, мы уделили внимание, про какое время, да, там, и великие географические открытия, и древний мир, и 19 век, и Юрий Гагарин, и все-все-все-все-все в целом. Да? Видите, здесь дальше идет деление по периодам. Даже есть даже история географии, географических открытий в России. В зарубежных странах. Да? И мы сразу прикидываем. Так, нам надо детализировать по периодам? Нет. У нас все в целом в книжке. Значит, мы оставляем вот этот индекс 26.8G. Это значит история. История географии, географических открытий. Все, вот мы на нужное место, у нас эта книжка пойдет. А если бы у нас была эта книга, но в аннотации мы прочитали, что там речь идет только о великих российских географах, да, или там путешественниках. Вот, мы тогда бы посмотрели детализацию. Российские раз, великие открытия, да, России и история географических открытий. Вот, вот мы сюда пришли, посмотрели, и здесь мы можем еще, видите, плюсик стоит, открыть и посмотреть, нет ли там такого же деления по периодам. Если оно есть, мы смотрим в нашей книжке. Есть указано время, что это только 19 век или начало 20 века, или какое-нибудь хождение Афанасия Никитина за три моря. Да, нужно добавлять период. Обязательно открываем и смотрим внутри. Если есть по периодам, и у нас этот период как раз и присутствует в нашей аннотации в книге, то мы берем тот индекс. Смотрите, мы от общего к более все сужаем, сужаем, сужаем. И у нас получается более конкретизированное отражение содержания книги. И если мы посмотрим, правильно проставим индекс, и потом мы его найдем, мы уже знаем, какие книги стоят за этим индексом. Мы не пойдем искать вот сюда географические открытия в России, открытия средних веков. А вот нет, сюда мы это не пойдем. Вот вся система фактически работы с основными таблицами. И вот наш индекс, вот он и получился. Вот мы добавляем сюда. Вот краткое описание нашего пути. Его очень удобно прописывать, чтобы увидеть вообще логику своего рассуждения. Да? И вообще работа по индексированию – это анализ, синтез, обобщение и рассуждение на основе материала. Мы саму книгу не читали. Мы читали только аннотацию и, может быть, посмотрели оглавление, что там вообще внутри, да, для уточнения. И, может быть, полистали книжку, ну, чтобы понять, вдруг это фотоальбом. Тогда нам надо поставить соответствующую буковку, которая скажет, не, это не книжка, это не монография. Там мало букв, много фоток. Да. Мы это тоже отразим. Поэтому полистать хорошо, когда есть такая возможность. И вот эта вот вещь, она очень, вот такой вот как бы путь нашего разыскания, он нам помогает. Да, почему? С чего ты взял, что это такой индекс? А вот, вот почему. И каждый, это более общий раздел, и вот они внутри. Ну, во-первых, так легче не заблудиться, потому что мы начали со второго раздела, а потом ушли неизвестно куда, потерялись, и в результате у нас индекс вылез там из шестого раздела. С какого перепуга? Значит, где-то мы не туда свернули. Да? Мы же точно сказали, что это все-таки географические науки, а не социология. Увидеть, где мы свернули не туда, да? где мы пошли каким-то другой тропкой. А может быть, так и надо было. Мы изначально шли не в ту сторону, надо было свернуть туда. То есть вот это вот такое подробное расписывание индекса, ну, видите, оно быстро делается. Нашли, скопировали, поставили. Оно помогает нам четко, точно подобрать нужный индекс. И вот он у нас получается простой. 26.8, буковка Г.
Все, смотрите, мы уже одну книжку за всеми нашими рассуждениями успели проиндексировать. А если мы не знаем? Ну, это вот хорошо, мы логически домыслили, что это оказывается в разделе науки о Земле. А если я не знаю? А если это вызывает затруднение? Где, в каком разделе искать? Геомониторинг угольных шахт. Господи, боже мой, да что это? Где это? Это в третьем разделе, в промышленности? Или геомониторинг – это второй раздел естественной науки? Куда бежать? Вот для этого призываем волшебника АПУ. Алфавитно-предметный указатель. Также наверху, да, совершенно верно, Наталья, АПУ. Наверху электронного эталона, во-первых, всегда смотрите, чтобы, если мы работаем со средними таблицами, чтобы у вас вот здесь в названии было средние таблицы. Если вдруг вы закрыли, потом вернулись, а у вас по умолчанию открылось там полный или сокращенный, на главную страницу заходим, выбираем из списочка средние таблицы, нажали ввести, и у вас вот эта вот строчка должна появиться. И вот рядом у нас есть вот эти три волшебные буквы. На них нажимаем, у нас открывается вот такой раздел алфавитно-предметного указателя. Выбираем нужную букву, чтобы корректнее искал. Например, нам нужно что-то, связанное с экологией, да, природопользование, не знаю, куда оно относится. Вот я выбираю букву «П» – природопользование, нажимаю, она окрашивается оранжевым цветом, и у меня тут все на букву «П» выстроится, так же, как вот на букву «Г». Да. Вот здесь есть волшебное, но искать здесь тоже очень, все перечитывать не очень удобно. Для удобства есть вот такое поле «Фильтр». Это поисковая строка. Вот в эту поисковую строку я и набираю наше природопользование. И вот даже до конца не довожу «природо». И вот он мне выдает все, что есть, начиная от природоведения, где есть эта часть этого слова, до природопользования. Вот природопользование, природоохранные технологии, природоохранное право, природоресурсное право и так далее. Я уже смотрю, ага, куда мне идти? Природопользование – это 20, раздел 2018, по-моему. Вот загрязнение окружающей среды, если нужно, я фильтром это уточняю. Но я уже понимаю, что в каком разделе мне это посмотреть. Но есть одна хитрость в АПУ. Чтобы им... Поэтому, если не знаете, затрудняетесь, вот так голову ломать не надо, сразу в АПУ и там ищем. Но смотрите, какая штука здесь есть. Не вводите, иногда не нужно вводить слово целиком. Вот я ввожу слово реклама. Меня интересует что-то с рекламой связанное, да, какие-то вопросы. И вот он мне выдает рекламация на качество образовательных услуг. Все. Ой, ну ничего себе. Как так? Если я набираю не до конца, вот реклама, опускаю. И вот смотрите, что мне выдает. И рекламные растяжки, и рекламация наша, которую мы нашли, и рекламная продукция, поддержка, рекламное, ные. Рекламный, оформление рекламы. И вот они индексы, по которым я могу перейти и посмотреть. Например, меня интересовало рекламное что-то там, связанное с рекламным дизайном. Вот рекламный дизайн, индекс, я на него нажимаю, и здесь по стрелочке сразу перехожу в этот индекс и смотрю, подходит, не подходит. Если не подходит, возвращаюсь обратно, смотрю другой индекс. Или там может стоять отсылка. То есть очень удобная штука, но сразу обращайте внимание, в какой раздел он вас отсылает. Вот эти первые цифры до первой точки, первая цифра, это сразу показывает, что в большой таблице, помните наша большая, да, основные деления, это вот восьмерки. Видите, все в основном восьмерки, немножечко в семерке, вот книгоиздание, средства массовой информации, да, вот они в седьмом разделе. Рекламные фирмы. Шестерка, 65 – это экономика. Значит, здесь речь будет идти об экономике этих организаций. Да, да, искусствознание, искусство – вот она, семерочка. Да.
восьмерка. Нет, это восьмерка, восьмерка у нас, да, туда, искусство, искусство знания, да, вот он. Вот они, всякие творчества и прочее, прочее. Вот. Вот я уже могу понимать, где, куда относится моя реклама. А это вот как раз образование. Рекламация на качество образовательных услуг, но это совсем просто по совпадению слов, но это совсем не к теме рекламы. Значит, мы его опускаем. Вот так можно искать по алфавитно-предметному указателю. Это очень удобная вещь, которая нам помогает быстро найти нужный индекс или нужные индексы. Но смотрите, какая еще история. Помимо вот этих индексов, цифр, которые мы нашли, он нам еще показывает вот буковка, а потом цифры. Вот если он вам показывает вот так, это как раз таблица-вспомогалка. Общие, вот разные разности, общие типовые деления, они всегда начинаются с буковки. Значит, это не индекс, я не могу, даже если у меня речь идет в статье там, о рекламных изданиях, я не могу поставить индекс Я-94. Такого индекса не существует. Это добавлялка, которую мы добавим к нашему основному индексу. Она уточняет, что речь идет, это рекламное издание. Наш буклет – это рекламное издание. Вот тогда мы вот это Я-94 добавим к циферкам. Он всегда будет стоять в конце. Но здесь он его вот так вот выводит. Поэтому нужно на это обращать внимание. И есть еще одна хитрая таблица специальных типовых делений, вот она так и называется, это тоже таблица-вспомогалка, но которая не живет отдельно, а живет внутри раздела. Вот сейчас, не знаю, как примут решение, будут ли, выделят ли эти специальные типовые деления в отдельную таблицу, хотя, ну, может, оно напрашивается, или оставлять все-таки внутри, потому что ну, тоже какой-то свой смысл имеет. Вот не знаю, честно говоря, как... Возможно, будет выделение в отдельную таблицу, но пока они внутри, поэтому на них обращаем внимание. Что это за специальные типовые деления? Это вот такая же таблица-вспомогалка, которая помогает нам детализировать да, наш индекс, но она живет внутри раздела. Если общие все вот эти вспомогательные таблицы вынесены внизу, как мы видели, после основной, они ко всем. Разделом ко всем отделам, неважно, это естественные науки, это экономика, это языкознание, это искусствоведение, они везде применимы, мы их везде можем применить. А вот эти, живущие внутри раздела, применяются только внутри этого раздела. Как их увидеть? Открываем вот то, что у нас в географии было, да? Открываем географические науки. И сразу... Если есть здесь какие-то вот эти специальные помогалки, они будут идти сразу после названия этого раздела. И вот оно сразу. И у них будут три буквы СТД. Специальное типовое деление. Вот если вы увидели вот это не индекс. Это значит, что вот здесь прячутся дополнительные циферки, которые мы можем добавить к нашему индексу, если надо раскрыть его более полно. И вот мы его открываем, эту табличку, и смотрим. А за ней уже идут нормальные 26.8G, то, что мы с вами ставили, индексы. Поэтому, если вы увидели буковки STD, это значит, это вот таблица-помогалка. Если она нам нужна, мы ее открываем. Если она нам не нужна, мы сначала смотрим индексы. Может быть, там есть то, что нам надо. Если не хватает, тогда открываем, смотрим вот эту табличку. И вот они все будут идти вот так. Вот видите, у них у всех 26.8. Это он говорит, для какого раздела эти циферки применяются. Для вот этого раздела. И обратите внимание, здесь написано, для детализации литературы, не всех географических наук, а по экологии
там, экология ландшафтного дизайна и геоэкологии, вот если вопросы этого касаются, то для них мы вот эти таблички и значения и применяем. И вот видите, а дальше идет дефис 1, дефис там 2, 3, 5, 8, 6, 7, да, и название. Так вот, в индекс мы добавляем не вот это все, а только дефис. Присоединение идет через дефис. Вот смотрите, у нас 26.8 географические науки. Мы добавляем сюда через дефис 3. Это значит, что у нас книжка по геоэкологическому мониторингу, где-то там в географии, да, касающейся вот вопросов геоэкологии. Вот. Вот у нас получается индекс. Вот мы добавили добавление. Если стоит дефис, это значит, как раз вот эта табличка и использовалась. Если его нет, у нас будет просто книжка по географическим наукам. Без какого-либо геоэкологического мониторинга. Да, там, или оценки анализа там, какого-то эколога геохимического. Добавляется вместе с дефисом. Но все, что до него, вот это вот мы не пишем. Ну, только название раздела, может быть, буковки СТД убираем, и вот у нас получается индекс. Вот так он еще может формироваться. Поэтому, когда открываем, не торопимся и смотрим внимательно. А вот еще другой пример. Помните, мы говорили про географию? А если бы у нас было там открытие, связанное с эпохи там 16-18 века? Вот. Мы открываем 26.8. Вот эту табличку мы уже пропускаем. Да, для детализации литературы мы посмотрели. Нет, нам она не нужна. Идем дальше. История географических открытий. Находим нужный период. Вот он, там 16 века. Если есть плюсик, открываем. И видите, у нас тут дальше пошла детализация. У нас какой там 16 век? Вот с 16 до середины 17 века. Вот. Тогда у нас будет 26.8Г. Вот мы отсюда прям индекс берем, да, не задумываясь. И ставим пятерочку, если просто нового времени. А если у нас именно указан какой-то век, там 16, тогда у нас будет 51. Это мы взяли вот отсюда. Смотрите, что мы добавили. Здесь индексы внутри, они прям вот прописаны целиком. Поэтому... Когда вы ищете индекс, сначала смотрите весь раздел, а уже потом обращайтесь к вспомогательным таблицам. Потому что вот здесь за нас работу уже сделали. Помните, мы в самом начале ручками все составляли, добавляли, да? А здесь за нас вот работу всю сделали. Добавили общее типовое деление, что это история географических открытий. Добавили, да вот оно расписано, да, по формуле. Добавили указание из таблицы места, что это весь мир, все страны у нас здесь участвуют. Вот. Нам даже думать об этом не надо. Вот у нас здесь все уже проставлено. И добавили период. Вот он здесь проставлен. Все это мы нашли внутри самой таблички. Мы это не лазили по вот этим вспомогательным таблицам. Оно уже все прописано внутри раздела. Поэтому сначала находим книжку внутри раздела, смотрим. Если там нет вот этих добавлений, а они нам нужны, тогда мы их добавляем. Если они уже есть внутри раздела, записывайте вот отсюда. Да, нам лишнюю работу делать не надо. Но вот откуда они взялись и что они обозначают, мы сюда с вами, вот, так, формулу этого индекса мы с вами расписали, что это такое. С периодами, с периодизацией очень осторожно. Если вот эти индексы, общие типовые деления, указание на место, территориальное деление, у нас отдельные таблицы, мы можем туда залезть и оттуда их взять. Они применимы ко всем индексам, да, всего ББК. То указание на период, на время, мы вот так сделать не можем. Во-первых, у нас такой таблицы нет. Во-вторых, отдельный, да? А во-вторых, в каждом разделе
Вот это вопрос, который, я думаю, еще тоже будет модернизироваться и решаться, потому что очень много путаниц происходит. Почему я вам и говорю? Сначала смотрите в самой таблице и берите тот индекс, который уже вот целиком за нас написан. Да? Потому что, видите, вот здесь пятерка обозначает новое время. Это какой там 16-й, середина там какого-то 17 века. Это в разделе про географию. А у нас, например, книжка по истории. Мы говорим, ну мы помним, по географии у нас же пятерка стояла после скобочки. Мы, хоп, ее взяли туда и поставили. Да? Или книжка по литературе там, России там, какого-то. Вот, пятерка же у нас обозначала нового времени. Там, обозначала новое время, вот мы ее сюда и поставим. А нет. Смотрите, какая история. В географии. Эта пятерка обозначает конец 15 там, века до 1918 года. В истории новое время – это 16 век. Да, 15-й, 16-й, 18-й год. История России. Двоечка у нас в скобочках указывает на Россию. Конец 17 века – 17-й год. Литература нового времени вообще просто – пятерочка, да, здесь без указания периода. А философии это с 18 века по 17 год. Оп. Смотрите, в зависимости от того, к чему относится, к какому разделу относится эта пятерочка, она совершенно разные периоды может обозначать. Поэтому, если нам нужна периодизация, смотрим внутри нужного раздела. Вот как мы здесь делали. Если она есть, вот ее отсюда берем с теми цифрками, которые здесь указаны. Если ее нет, значит не берем. Значит, сами не лепим, иначе мы с вами тут напутаем. Да? Видите, какая история? Как правило, там, где есть вот эта специфика, они прям внутри раздела, эти индексы есть уже готовые. Вам надо только его найти и взять. Структура вспомогательных таблиц ББК. С ними мы уже с вами практически познакомились. Ну вот еще раз, как они называются, их сокращения. И вот эти типовые деления специальные, которые внутри раздела. И вот смотрите, все, что вынесено вовне, это относится ко всем индексам. Мы можем их применять спокойно и смело. То, что находится внутри раздела, в самой таблице, мы применяем только к тому разделу, к которому оно относится. Мы не можем взять вот это обозначение из раздела по экономике и присобачить его к книжке по социологии. Это вообще совершенно разные вещи. Там он неприменим. Это будет абракадабра. Да? Поэтому вот единственное, которое требует такого особого внимания, это вот что-то внутри раздела. Таблица общих типовых делений. Вот это всякая всячина. Что в нее входит? А вот они. Прям по алфавиту, по буковкам. Отличительная особенность. Не циферки, а буковки с цифр. Или буковки просто, или еще буковки с циферками добавляются. Философия, методология науки, история науки. Персоналии. Если у нас книга о Льве Толстом, мы добавим буковку «Д» обязательно. Да? Книга о там, Рубакине. Мы добавим обязательно буковку «Д», потому что у нас биография. Да? Книга о ком-то. Вот этот важный раздел «Я». Виды библиотечно-информационных ресурсов. Не забывайте его использовать, когда у нас речь идет о учебниках, учебных пособиях, методичках, сборниках и прочих-прочих вещах. Вот справочники, энциклопедии. Вот они идут как раз с циферками. Открываем по плюсику и видим. Если здесь еще есть плюсик, открываем, значит, там будет более подробное описание. Вот как здесь. Я-7. Учебные издания. Мы можем поставить к нашему учебнику русского языка просто Я-7, и все, это будет учебник. А можем открыть плюсик и видеть, что там есть. Учебник для начальной школы, для общеобразовательной, для высшего образование для специального образования и много-много чего еще. Мы выбираем нужное, и у нас будет уже там Я-72 или Я-77. И мы еще более полно раскрываем содержание нашей книги.
Вот таким образом можно работать с таблицей общих типовых делений, организацию учреждений, управление экономикой, статистика. Обязательно не забывайте посматривать в эту табличку. Видите, как много всего интересного. Пример. Всегда ли мы будем применять эту табличку или смотреть в разделе? Например, у нас книга по истории психологии. Мы смотрим. Раздел «Психология» нашли 88-й. Посмотрели сюда. История науки. История психологии. Буковка «Г». Посмотрели в таблице помогалки. Ага, у нас уже было с вами. История – это буковка «Г». И мы по аналогии делаем индекс 88, буковка «Г». Смотрите, если индекс первооткрывателей, мы его нашли внутри самой таблицы и поставили здесь, мы его сформулировали сами. Но будет ли это правильно? Давайте посмотрим. Не спешите сразу бросаться в вспомогательные таблицы. Сначала откройте раздел 88 «Психология». Раскройте его. Посмотрите. Так, таблицы специальные. Вот они, помогалки есть. Мы их пропускаем. Находим «История психологии». Смотрите, у нее есть индекс 88.1. Вот куда пойдет наша книга по истории психологии. Но и тут мы не останавливаемся, мы его открываем дальше и смотрим. Оказывается, у него тоже есть специальные помогалки. Наверное, здесь вот по периодам, по странам. Наша книга, если она по истории психологии вообще, и там много стран, много периодов, вот все-все-все, начиная с Древней Греции или там Вавилона. Тогда мы ее так и оставляем. История психологии 88.1. Вот, у нее есть свой индекс. Видите, нам даже ничего не надо было придумывать, нам надо было просто кликнуть по плюсику. Но если у нас будет книга по истории психологии России там, до 17 года, вот, мы тогда открываем вот сюда и смотрим. Есть история, конец 17 века, 17 год. Есть после 17 года. Угу. А если у нас раньше, тогда ставим более общий индекс истории психологии в России. Если у нас там 19 век, тогда вот у нее, оказывается, свой индекс есть. Нам уже ничего не надо придумывать, мы просто его берем и записываем. А мы уже с вами знаем, что если после цифрок идут какие-то дефис, скобочки, знак равно или буковка, это значит, к нему добавились что-то из таблиц помогалок. Но чтобы здесь нам с вами не рыскать, за нас уже специалисты это сделали. Они из этих таблиц уже сюда подобрали. Да, и мы говорили, периодизация – сложный вопрос. Вот его за нас уже решили. Нам вот эти вот циферки вот и поставили. Вот мы и берем. Все, нас вот это устраивает. Мы взяли вот этот индекс. И видите, у нас будет уже не 88G, а у нас будет, потому что этот индекс здесь есть. Вот мы им воспользовались. Вот здесь очень глубоко раскрывается вот такая детализация по содержанию. Вот где буковка «Д» используется. Да? И вот таблица типовых территориальных делений. Вот она. Мы уже знаем скобочки. Это значит какая-то страна или какой-то регион. Наши географические открытия. Буковка «Д» – это персоналии. Это мы из общих типовых делений. Период и 2. Это мы тоже взяли из общего раздела. Там этот индекс тоже уже стоял, был. Мы его просто сюда переписали. Но теперь мы знаем, что он обозначает. Мы его расшифровали. Что это книжка про каких-то первооткрывателей, путешественников или географов российских и указание периода, да, нового времени. Вот. А новое время у нас... Мы там смотрим период, он у нас написан. Там 19 век, 18 до 17 года. Вот, значит, где-то про, вот про кого эта книжка. Даже не открывая содержание, мы уже знаем, о чем это. И вот откуда эта двоечка берется. За нас ее уже проставили, но если нам нужно это сделать самостоятельно, дополнительная таблица-помогалка, территориальные типовые деления. 2 – Россия.
Основное отличие этих данных, относящихся, это скобочки, границы. Да? Номер страны, заключенный в границе. Вот как скобочки увидели, это либо про людей, про народ, либо государство. Если никаких знаков больше нет, это обозначение территории. Смотрим 2, Россия. Значит, про что-то связанное с Россией. Скорее всего, российские первооткрыватели и путешественники. Вот смотрите, мы уже практически название книги, даже несмотря на название книги, уже можем сказать, о чем это. Да? Вот мы зашифровали вот сюда название и аннотацию. Таблица типовых делений социальных систем. Она всего маленькая. Развитые страны, развивающиеся социалистические страны. Будет пересматриваться, я так понимаю, точно. Ее особенность – это апостроф. Также пишется индекс, берем индекс, и добавляется апостроф, если речь идет о развивающихся странах. Если речь идет о странах развитых или социалистических. В основном это какая-то политология, социология, наверное, туда что-то. И вот значок апостроф – это их значок данных этой таблицы. Как видим, значит, стоит этот значок, значит, здесь речь идет либо об одной из этих систем. Чаще мы сталкиваемся вот с этим. Знак равно цифры в скобочках. Тоже пишутся после основного индекса. Это значит, речь идет о каких-то народах. Этнические типовые деления. Таблица ЭТД. Если есть знак плюс, можно раскрыть и посмотреть. Там будет не просто тайские народы, а какие-нибудь там еще национальности особые, да, малые народы. И у них будут свои циферки. Там тоже там 73.3. Но обязательно знак равно в скобочках. Если без знака равно, просто в скобочках, это какая-то территория в границах. Знак равно добавляем в скобочки, это народ, который на этой территории живет. Да? Это про народ. Как запомнить. А если мы скобочки убираем, и у нас остается просто знак равно и какие-то цифры, это язык. Книга написана на каком-то языке. Или книга, там, учебник какого-то языка. Да, мы можем добавить вот это, и будет понятно, что это вот относится к определенному языку. Там какой-нибудь учебник на макшанском языке. Вот найдем здесь макшанский язык, поставим знак равно без всяких скобочек и нужную цифру. Прямо вот отсюда спишем. И у нас будет понятно, что эта книга на особом языке, и ее просто так не прочитаешь. Ну и вот как запомнить, что чего обозначает. Все эти три таблицы очень легко, мы с вами уже только что посмотрели, как они запоминаются. Если цифра в скобочках, это территория, это государство в границах. Добавляем знак равно, это народ, который живет в этом государстве. Или народы могут быть разные, да, ну вот, вот они здесь обозначаются. Убираем границы, мы можем выехать за территорию государства, но мы не перестаем говорить на своем языке. Да? Вот, без границ, да? Языки без границ. Можно придумать свою какую-то систему, которая помогает ориентироваться, запоминать, как это можно сделать. Да? Ну, вот что-то свое придумать. У меня вот пока такая аналогия, может быть, не совсем правильная, но помогает быстро понять, какой знак здесь надо поставить. Когда речь идет о народностях, когда речь идет о языках или указание на территорию. Сразу вспоминаешь, ага, просто граница. Все, ставим просто скобочки и все. Да? И таблица специальных типовых делений, которую мы рассмотрели. Она не, еще раз вспоминаем, к разделу добавляется знак дефис и циферка, которая стоит после него. Вот это будет индексом,
А вот это будет специальным типовым делением к этому индексу, который поможет нам более четко представить содержание нашей книги. А вот мы ее сюда добавляем. Ну вот и, наконец, этот наш самый геомониторинг. Вот в какой раздел отнести книгу? Так уже посерьезнее, да? Геоэкологический мониторинг угольных шахт. Читаем аннотацию. Смотрим. Да, здесь речь идет о создании вот этой системы использования метода геомониторинга, геоэкологического мониторинга в угольных шахтах. Начинаем искать индекс. Обращаемся к нашему любимому АПУ. Волшебному набираем геоэкологический мониторинг. Но нам показывает, что есть вот такое деление. Ура, мы бежим сюда. Вот оно, геоэкологический мониторинг. Стоп. Вспоминаем. Три волшебных буквы СТД. Это указание на определенный раздел географии. То есть это геоэкологический мониторинг, да? Но это не индекс этой книги. Это добавление, которое мы прибавляем книгам по географии. Таблица-то для детализации литературы по экологии ландшафтов и геоэкологии. А у нас книга о чем? Возвращаемся обратно. У нас по геоэкологии, ну, в принципе, притянуть за уши можно. Но у нас вполне конкретная вещь. Использование гео вот этого мониторинга на угольных шахтах для повышения там природопользования или еще чего-то. То есть у нас применение методов одной науки в какой-то отрасли. Вот это мы отразить не можем. Мы нашли, что это вот связано все-таки с природопользованием. Да? Это вообще индекс про природопользование, ресурсопользование. Но опять что-то не то. А шахты-то у нас куда делись угольные? Смотрим, для кого эта книга? Для работников горнодобывающей промышленности. То есть для профессионалов, специалистов, практиков. Да? Читаем внимательно. Угледобыча, шахты. То здесь вполне конкретная вещь. Да? И к природопользованию она тоже сюда, наверное, относиться не получится. Нужно где-то показать, что это угольные шахты, что это вот эта технология, которая, технология, метод, мы еще пока не знаем, что это такое, применяемый в угольных шахтах. Да? Поэтому природопользование и природообустройство, ну, наверное, нет. Геологический мониторинг, а к чему его пристроить? Он же вот для раздела по географии, а у нас разве книжка по географии? Нет. Она не про ландшафт даже. Она про вполне конкретную вещь, про угольные шахты, в которых применяется вот этот метод. Значит, нам нужны геомониторинг, куда-то его надо пристроить. Он однозначно нам нужен, но его надо к чему-то пристроить. К чему? К угольным шахтам. Поэтому мы идем в наш эталон. И вот сейчас мы прям в него к нему и придем. Поставьте мне только, пожалуйста, огонек, видно ли. Ага. Ну вот, смотрите. Наш любимый АПУ. Сейчас я немножко от таблицы там проверяю. Да, средние таблицы. У меня тут все открыто-открыто. Вот я иду в АПУ. У нас мониторинг. Так, надо найти нам нужную букву. Вот так вот попробуем. Геоэкомониторинг. Там так нету, да, конечно, нету.
так как он у нас там называется правильно, давайте мы его сейчас и напишем. Геоэко-мониторинг. Вот. Ну-ка, давай, давай, ищи. Ты же искал, ты искал. Вот, только хотела показать, как ты хорошо работаешь, а ты мне показываешь, что ты не хочешь работать, да? Давай посмотрим. Что у нас здесь? Вот, тот самый случай, когда он не хочет. Только хотела вам показать, как он хорошо работает, а он у нас и не ищет, да? Давай так. И так не хочешь, да? Так, сейчас я посмотрю. А, сегодня сбой, Игорь Тинкович нам пишет. Да, вот я вижу, что-то не то. Вот, коллеги, такое бывает, так, поэтому спокойно к этому относимся. Самое главное, еще раз покажу, как это делается, да? Буква Г. И вот сюда фильтр набираем. Ну, бывает, да, какие-то у нас могут быть. Могут быть и диверсии, и может упасть все, что угодно может упасть, да? Давайте еще раз попробуем последний раз. Если не найдет, мы пойдем. Хорошо. Если не хочешь так, тогда мы идем вот так. Средние таблицы. Выбор. Раз. Общие типовые деления. Просто я знаю, где это еще находится. Геоэкомониторинг. Даже если не работает, не получилось. Не получилось у нас, но ничего страшного. Это какой-то метод, который применяется в угольных шахтах. Надеюсь, сейчас он сработает. Не пугайте слово философия. Восстановлен сводный алфавитный указатель. Да, ага, вот. Ну, да, ничего страшного. Удачи коллегам. Методология науки. Открываем. Научно-исследовательский метод. Метод. И у нас какой там был? Шесть. Вот, естественные науки. И вот смотрите. Геодезические. Вот я вам просто показала, как ручками можно до этого дойти, да, подумав, где это может быть. Это метод, который применяется в угольных шахтах. Метод науки. Значит, мы идем в общие типовые деления, вот сюда, таблицу, помощник, и находим методы науки в методологии. Да, вот методы естественных наук. И вот он, В-675. Геодезический, топографический, геофизический, геологический, географический. Смотрите, какая история. Так, надеюсь, это у нас работать будет. Вот в таблице мы смотрели с вами до сих пор. Вот так пишется. Но слово геоэкологические мы не видим. Вот если АПУ, когда заработает, вы попробуйте это слово набрать, он вам покажет. Вот то типовое деление, которое мы смотрели из географии, нам не подходит. И он покажет еще вот это второе, В-675. Это тоже дополнение. Когда мы его открываем, ну, по логике мы должны были из АПУ сразу сюда попасть. Ну, мы пошли немножко обходным путем зашли. Все равно мы сюда попали. Здесь ничего про геоэкологию, вот этот мониторинг не написано. А вот теперь внимание, коллеги, показываю хитрую вещь. Как понять, что тут внутри под этим названием скрывается? Выделяете вот так, правой клавишей мыши. Раз, у вас правой клавишей мыши нажимаем. У вас появляется вот такая табличка, менюшка. Включить, выключить методические указания. У нас они сейчас выключены. Мы их включаем. И вот смотрите, здесь фотограмметрия,
геохимические, геоморфологические, ландшафтные, это методы геоэкологического мониторинга. Вот оно, то, что нам надо. Значит, мы возьмем вот этот вот кусочек вспомогательный и пристроим его к нашим угольным шахтам. А угольные шахты мы найдем вот здесь. Основной индекс у нас будет скрываться здесь. Горное дело. Вот оно. Горные предприятия, шахтное строительство. Давайте посмотрим. Вот, технология. Здесь уже пошло более-более, так у нас, да, ну, наверное, где-то вот здесь у нас будет. Вот оно, горная энергетика, строительство горных предприятий. Вот где-то вот здесь. А может быть и нет. Давайте посмотрим еще. 33. Вот, разработка. Ну, вот вроде бы, но немножко не то. Смотрим дальше. Месторождение отдельных видов полезных ископаемых. По ПУ мы бы набрали шахты, он бы нам показал, да, угольные шахты. Смотрим. Вот, 33-31, угольные. Вот они, смотрите, мы их нашли. Видите, мы пошли. Раскрываем индексы. Если стоит плечка, прям нажимаете, смотрите, а что там? А что там? А вдруг мне пригодится? Вот нам пригодилось. Угольные шахты. Опять попробуем включить методические указания. Есть здесь что-нибудь? Нет, пояснений никаких нет. Значит, все вопросы, связанные с угольными шахтами, мы можем поставить вот в этот индекс. 33.31.4. А теперь к нему мы добавим наш найденный такими трудами геоэкологический мониторинг. В-675. И вот он у нас получился, наш индекс. Логику увидели? Мы сначала определяем основные моменты, как они взаимосвязаны, содержательные, как они взаимосвязаны между собой. И после этого мы идем сначала в основные таблицы, вот в эти. Здесь ищем. Если есть конкретный индекс с периодом истории, с указанием места, с буковками Г, В, Д и другими, Я и прочими, мы берем индекс отсюда. Если нам не хватает, мы идем во вспомогательное. Сначала смотрим, нет ли здесь специальных таблиц. Если есть, то смотрим в них. Если не хватает, идем в общие таблицы. И оттуда подтягиваем вспомогатель, который помогает нам это содержание представить. Вот видите, у нас индекс будет не просто 33,3, а конкретно про угольные шахты. Плюс добавка вот оттуда, из нашего... Сейчас открою обратно. Добавка из найденного нами вот этого помощника, да? И вот он, какой индекс у нас будет. Это угольные шахты, а это геоэкологический мониторинг. Геоэкологический мониторинг на угольных шахтах. Вот мы добавили. И вот, в принципе, это вот то, что у нас есть в названии, то, что отражено в аннотации. Видите, как мы здорово с вами вот этот индекс нашли. Какие знаки используются при индексации? Вот здесь в такую табличку я вам просто вот это вот собрала. В методических указаниях это все есть, но расписано текстом, поэтому в табличке, наверное, просто поудобнее пользоваться. И ну, вот общие правила и принципы систематизации. Опять же, такая краткая выжимка по методическим указаниям из электронного эталона. Как делается... И хочу вам еще одну вещь показать там же. Так, давайте, надеюсь, это у нас точно будет работать. Вот. Смотрите, очень важный раздел для нас в методических рекомендациях. Раздел 3. Систематизация литературы по аспекту рассмотрения предмета о соотношениях и взаимосвязях. Вот то, что мы с вами делали. Угольные шахты и геомониторинг.
Они как-то связаны между собой, или это две разные темы? Они связаны между собой как геомониторинг, применяемый в угольных шахтах. Да? То есть основной индекс у нас будет все-таки речь идти об угольных шахтах, где применяется вот предмет приложения. И вот это вот как установить? Или вопросы этики в искусствознании. Что в чем? Где, кто, да, где этика в искусствознании. Значит, вопросы этики применяются в искусствознании. Да, вот там они работают. Вот что рассматривается в этой книге. Вот это самый, наверное, главный, сложный самый момент, когда мы вот эту простраиваем вот эту мыслительную операцию, проводим и мозг свой напрягаем, чтобы понять, кто в чем работает, да, проявляется. И сразу ныряете вот сюда, третий раздел, вот-вот. И читаем. Прям смотрите. Вот они, положения. Вот эти как раз здесь и представлены, и очень хорошо раскрыты. И нам сразу с примерами становится понятно, что в чем. Вот, литература об использовании положения, законов, методов какой-либо науки или отрасли практической деятельности в других науках относится к областям применения. То есть, если что-то применяется в чем-то, то мы смотрим сначала это в чем-то, и вот туда это будет основной индекс. Туда мы и индексируем. Например, книги по акустике относятся к физике, у них будет вот такой индекс. А вот электроакустика – это уже радиоэлектроника. Музыкальная акустика не вот сюда пойдет, а пойдет к музыке. Акустика в музыкальной индустрии. Акустика в музыке. Значит, вот где это применяется, вот это и будет основным индексом. Вот это правило, которое мы сегодня с вами тоже посмотрели и применили. Да? В угольных шахтах применяется. Поэтому, ну и плюс, слава богу, там было дополнение, которое мы добавили. Вот. И дальше, ну, здесь много таких правил, поэтому если возникают вопросы, а как это сделать? Если у меня там несколько тем, а если... Вот, смотрите сюда, третий раздел. Он вам как раз поможет установить вот эти взаимосвязи. Вот. Где он находится, где его найти? Методика. Открываем. Введение к отделам таблиц. Выбираем обязательно средние таблицы. Вот что у нас здесь написано. Да, вот оно. С ними мы работаем. И вот у вас прям вся методика индексирования по средним таблицам. Вот на нее опираемся. Здесь и про структуру, и что к чему относится, где что искать. И вот он наш третий раздел. Сейчас мы про таблицы, если мы что-то забыли, вот оно здесь можно подсмотреть. Очень много примеров. Но некоторые примеры устарели. Например, вот этого индекса библиографические ресурсы 91.9 уже нет. Будет меняться. Здесь немножко по-другому. Вот как раз искусство и добавляется из таблицы всякой разности буковка «Я» и циферка, которая обозначает библиографические ресурсы. В той табличке посмотрели и к искусствознанию добавим. А вот этого у нас уже не будет. Это изменится. К Новому году обещали поправить. Я надеюсь, что все удачно произойдет. Ну, это вот то, что обнаружилось. И вот общие правила и методики. И вот здесь, смотрите, вот он третий раздел. Вот то, что мы с вами сейчас смотрели. Что в чем? Да, как правильно эти индексы между собой согласовывать. Вот этот раздел. И вот он. Параграф или подраздел, как его правильно назвать. Вот они, правила здесь пошли. Вот такая тоже полезная вещь здесь есть. Про знаки здесь тоже есть, но просто они общим текстом идут. А мы просто немножко с вами это в табличку определили. И в каталоге. Как это применять в каталоге? Все очень просто здесь. Даже много думать не приходится. Мы уже с вами знаем структуру
Нам осталось только ей воспользоваться, когда мы ищем литературу. Ну, во-первых, каталог ББК, каталог УДК, либо ГРНТИ, либо еще что-то должен обязательно быть в электронной библиотечной системе. Это из ГОСТа 17 года, ГОСТ по общим положениям. Любая ЭБС должна иметь электронный каталог с навигацией, а также каталог по системам классификации. Одной из. Ну, чаще всего это, конечно, ББК. И вот статья очень интересная, я тоже ее вам ссылочку дам. Посмотрите, Гендиной и Косолаповой. Про функциональность ЭБС в сфере поиска информации. Не во многих библиотеках есть каталог ББК или систематический каталог, который построен по ББК. Не везде в поисковых полях есть поле поиска по ББК. И то, и другое есть в университетской библиотеке онлайн. Вот, чего хорошо сделали, это сделали, это и есть. Поэтому здесь мы спокойно можем проводить поиск по каталогу ББК. Где он живет? На главной странице, в разделе «Каталоги», прямо вот на вот, главное меню, как только заходим, авторизуемся обязательно. Да? Каталог, и самый первый идет каталог ББК. Вот здесь краткий поиск по названию. Если откроем расширенный поиск, у нас откроются дополнительные поля, и там тоже есть поле поиска по ББК. То есть смотрите, когда я знаю, что меня интересуют книги, например, о путешественниках. Мы уже нашли, какой это раздел. 26.8G вообще. Если меня интересует какой-то конкретный период, я его тоже себе записываю. А теперь помните, я вам говорила, записывайте индекс и как мы к нему шли от общего к частному. Зачем? Если не будет, в разных библиотеках по-разному степень раскрытия вот этого индекса, там может не быть вот этого большого длинного индекса, там может быть более общий. И вот когда у нас с вами вот это, наш путь от общего к частному простроен, мы открываем вот с этими 2, 5 скобочками, а нет там такого в каталоге индекса. Мы должны подняться на шаг наверх. На шаг наверх. От частного, наоборот, пойти от частного к общему. И вот это помогает нам более эффективно работать в самом каталоге. Вот помните вот это? Вот не поленитесь, пропишите, да, вот этот поиск. Какому разделу, какой вышестоящий общий раздел. И вот мы находим этот раздел в каталоге ББК, открываем его и получаем всю литературу, которая касается вопроса путешествий или конкретного периода. Ну, если в библиотеке много книг по конкретному периоду, они будут выделены в отдельный раздел. Если их немного, это будет более общий раздел. Поэтому вот этот вот, для нас вот этот путь, он важен. Открываем каталог ББК и попадаем вот в такой раздел. Так. Тут про общие данные пропущу. Потом можно будет посмотреть. Вот он выглядит вот так. Слева меню. Основные разделы. Вот как мы с вами смотрели. По десятичной классификации. Междисциплинарного знания. Двоечка естественной науки. Замыкает всю литературу универсального содержания. И сразу по автоматам, он стоит на естественных, по-моему, у нас науках, сразу открывается вот такое поле. Естественные науки, там идут книги. Если нам... И здесь мы можем посмотреть уровень детализации. По носику рядом с названием раздела нажимаем, как по плюсику. В электронном каталоге плюсик, а здесь носик. Стрелочка такая. По ней нажимаем, и у нас открывается дробное деление. Там находим нужный нам раздел, нажимаем, и у нас здесь высвечиваются книги, которые относятся к этому разделу. Если нам этого недостаточно, иногда нужно дополнительные поля для поиска. Вот чего нет в ББК. Например, нас интересует вся литература о путешественниках, там, открытиях и так далее, или там об угольных шахтах Кольского полуострова, но за последние 3 года, там 2022, 2023, 2024, например, вот, начиная с 2022 года.
А в обычном ББК у нас такого бы систематическом каталоге нет. Электронный каталог позволяет это сделать. Выбираем дополнительные фильтры, и у нас открываются дополнительные поисковые поля. Вот в нашей библиотеке так сделано. Год от, вот сюда мы вводим 2022, применяем фильтр, и он нам покажет, какая литература есть по выбранному нами индексу ББК теме, изданием от 2022 года. А может вообще ничего нет, а может быть там завал, сколько всего. Что еще можно? По автору названию. А что еще есть этого автора по этой теме? Можно его так искать, не только по автору. Здесь тоже можно ввести. Он покажет под этим индексом, какие еще книги этого автора есть. Тип издания. Справа носик вниз, нажимаем и выбираем тип издания. Например, только монографии. Или можно выбрать один или несколько. Монографии, сборники, периодика меня интересуют. Или меня интересуют только учебники, учебные пособия. Значит, вся остальная литература мне не будет выводиться. Удобно? Удобно. По теме, но определенного типа издания. По уровню образования, ну вот, например, раз мы можем выбрать там только для бакалавриата или бакалавриат, магистратура, там аспирантура, ну при необходимости, да, пожалуйста, даже по издательству можно, ну не знаю, ну может быть, да. Применить фильтры и смотрим, как у нас выдается литература. Очень просто устроен. Единственное, что не очень удобно, вот эта левая панель, она не закреплена. Но я думаю, наши разработчики это поправят. Она здесь, когда мы перемещаемся вниз, чтобы посмотреть книги, она остается на месте. Да, и потом приходится вот обратно возвращаться. Но это не очень удобно. Удобнее, если бы она вот вместе с нами бы ездила. Да? Ну, такого вот. Да. Но я думаю, это скоро поправится, ну, такое небольшое техническое неудобство. А в принципе для поиска литературы по теме и максимальной конкретизации запроса вот каталог ББК он удобен, но им не часто пользуются. Это замена систематического каталога. Но им не часто пользуются читатели именно потому, что мы не знаем устройство ББК. Вот сегодня мы с вами его посмотрели. Самое главное определить циферку, открыть и посмотреть, когда мы индексируем нашу работу. Вот эту, сейчас я ее вам открою, как мы с вами делали с нашей книжечкой. Вот эту вот часть лучше вот так записать. В каталоге ББК мы зашли, нашли этот индекс, открываем, открываем, и видим, вот этого индекса нет, а есть просто географические науки. Отлично, он нам подходит, потому что он более общий по отношению к этому. Значит, история географии, ее не очень много, и она находится в этом общем разделе. Мы ее открываем, смотрим, находим нужную нам литературу. Ну, вот такой вот простой поиск по непростой системе ВБК. Конечно, это не все. Конечно же, здесь много нюансов, много тренировки должно быть, чтобы научиться этим пользоваться, чтобы научиться индексировать, читать этот шифр и пользоваться вот этим шифроблокнотом, который иногда, да, вот случаются истории, но мы смотреть все равно, даже при наличии всяких вирусных атак, все-таки мы нашли нужный нам индекс и книгу смогли проиндексировать. То есть, вот, что делать, если? Да? И, конечно же, на курсе мы с этим. Я планирую этот раздел все-таки ввести отдельным модулем, чтобы нам потренироваться и видеть индексы, и читать их, и уметь самим индексировать, и, может быть, увидеть ошибки, переиндексировать, и искать по каталогу. Это мы с вами завершаем нашу встречу. Всем счастливо, всем удачи и ждем вас на наших следующих вебинарах. Всем огромное спасибо за интерес к теме. Надеюсь, что для общего нашего блага это нам всем поможет. Все, всем счастливо.